Всем привет, ребята! С вами снова я, Дэнот, и сегодня мы поиграем как бы в такой мини-режим под названием Блок Пати. Вот, сегодня я, в принципе, ну, во-первых, на 96-м месте, надеюсь, за сегодня мы апнем 100 побед. Вот, а также мы можем прокачать ботинки. И прокачать ботинок до 5 уровня. Нажимаем прокачать. Все. Вот. У вас уже прокачаны ботинки максимального уровня. То есть, да, мы только что прокачали ботинки к максимальному уровню. Сейчас мы с алмазными вот такими вот крутыми ботинками. Вот. И значит то, что я стал самым крутым на сервере. То есть, я стал топ-1 по победам, топ-1 по сбору как бы подарков вот этих вот. И топ-1 по ботинкам. То есть, правда, я ботинки не самый первый получил. То есть, да, я получил их второй. А вот первый получил блокмастер топ-1. Вот, он, конечно же, молодец, что их получил самым первым. Вот, и первым испытал их. Ну, кроме как разработчиков, конечно же, так как разработчики первые, кто сами это все испытали. Ну, а как бы с игроков, он вроде как первый. Вот, поэтому он, конечно же, молодец. Ага, ну, короче, мой интернет самый лучший. Ну, вы сами все видели. Если что, то это не кристаллик, это мой интернет. Так что, ребятки, да. А вот, и такое тоже бывает. Ну, надеюсь, что у нас такого больше не будет. Вот, а то мы проиграем. А мне... А, ну, короче, ладно, и такое тоже бывает, опять же. Вот, а я победил вот так вот. Да, странно, конечно же, победа, но ничего. Начинается у нас вторая игра, и с этими алмазными ботинками, правда, я немного скоростной. Вот, давайте посмотрим. У меня пятая скорость, капец, короче. Ну да ладно, сейчас мы попробуем опять выиграть. Вот, надеюсь, у нас, конечно же, получится, так что мы сразу же бежим по подарок. Вот, и темная серия. Мы уже вроде как на нем стоим. Вот у нас... О, еще один подарок. Ну, короче, вот так вот я их как-то забираю. Вот, становлюсь на какой-нибудь вот такой вот цвет. И все. Подарок собрал. Просто шикарно, вот я только что опять собрал подарок, и вот так вот просто их собираю, а потом... А вообще подарки это довольно-таки имбовая вещь, вот, так как она, можно сказать, скипает один раунд, если ты, конечно, не можешь добежать и так дальше. Так что подарки довольно-таки важные. Вот, ну, шо у нас тут? Ну, получается, мы стоим на красном. Вот, давайте сейчас побежим немного вот сюда, вот, и желтый. Ну, желтый у нас вот тут, вот, и все, короче, становимся быстренько, вот так вот, жух, и все. Подарок, давайте пробежимся. Вот, и все, плюс подарок. Становимся, конечно же, на салатовом. Почему салатовый, если лаймовый? Ладно, хорошо. Пускай будете салатовый. Вот, бирюзовый. Ну, мы уже на бирюзовом, поэтому нормально. Стоим, вот. Так, ну, 4 подарка у нас всего лишь, да. Хотя, я думаю, нам и этого достаточно будет. Вот, еще раз на лаймовый становимся. То есть, если, когда у нас есть скорость, то... Я иногда даже с нулема подарками выигрываю, когда там, ну, нормальные катки выигрываю. То есть, ну, поэтому, в принципе, скорость решает. И можете заходить на сервер и также поставить топ-1, короче. Вот, как и я. IP-порт будет в описании. Также ссылочка на группу ВКонтакте также будет в описании. Ну что? О, вот и подарок. Нормально. 6 подарков уже, кстати. Но это далеко не мой рекорд. Мой рекорд вроде как-то... Короче, много подарков у меня было. Вот. Я сильно не запоминал, но точно больше 20. Это точно, да. Поэтому... Как-то так. Ну, что? Давайте пробежимся вот сюда. Черный. Мы стоим уже на черном. И капец. Я уверен, что я тут уже выиграл, так как у меня 6 подарков. Это довольно-таки много. Поэтому да. Вот. Я это могу просто сейчас вот так вот сделать и все. Один на один с какой... С каким-то никнеймом. Кто такой? Ага. Стоит... Ну, короче, ладно. А, ну вот, я даже могу допускать ошибки, я победил. И у меня еще бы оставалось 4 подарка, которые... Ладно, всем пока, пишет. Ну ладно. А давайте нажмем опять же на листик. Вот. И начнем новую игру. Новая игра. Через 3, 2... Один. Let's go. Вот. Тут, правда, опять же, идет музыка. Музыка тут есть, но я ее отключаю из-за того, что тут есть много музыки на авторские права, которые записаны. Вот. Поэтому все же я ее отключаю. Так, салатовый. Изи. Вот. Правда, тут еще немного нужно знать карту, а то вот такое вот будет. Поэтому да. Ну, я-то плюс-минус знаю ее, поэтому я выиграл. Вот, белый. Ну, даже если бы я ее не знал, с такими-то ботинками я бы 100% добежал. Вот. Тут надо знать просто, где нужно вставать, чтобы быстренько тогда раз и все. А, так, ну давай. Черный, вот черный, все.
Он тоже, конечно же, на нем встал. И все. Крутой. Да. Чтобы пойти. А, ладно, там кто-то пишет в чате, ну, пускай будет. А вот сейчас у нас серый. Серый, мы стоим опять же на сером. Вот. И все. Просто вот так вот бегаем. А, так, вот и подарок. Первый подарок у нас. Фиолетовый, точнее. Ну, в принципе, опять же, тут нужно держаться больше центра и все. А на этой карте я рекомендую все же тут плюс-минус усоваться. И все. Вот так вот. Опять же, много каких фишечек на разных картах, поэтому вот тут это опять же та самая карта. И мы становимся вот сюда вот. Да. И так, получается, карта обновилась. Можем все сюда подбежать, стать на серый и быть самыми крутыми. Ну что, опять обновилась карта. Ну, тут, наверное, на синем мы уже стоим, как бы. Вот. На самом-таки деле, просто это все делается, когда у тебя довольно-таки неплохие ботинки. Вот, это все просто. То есть, опять же, ну, их же нужно и заслужить, как бы. А заслужить их довольно-таки сложно. Вот видите, у меня 97 побед, и я только-только получил алмазные, ну, самые максимальные ботинки на скорость 5. Вот, ну, как бы вы сами понимаете, сколько для этого нужно игр. Вот, у меня получается 150 вроде как игр, а, ну, я знаю то, что у некоторых там к 300 подходит уже, поэтому... Вот, это просто для... Ну, потому что я ПКши, скорее всего, да. То есть, ПК довольно-таки просто еще играть. Вот. Ну, против телефонов, да, понятное дело. Так что, да. Ну, давайте черный. Черный, ну, черный. Да, я выиграл, короче. Ну, вот так вот как-то это все делается. То есть, опять, победитель данного 1007038. Нажимаем на листик. И вот мы тут. Новая игра. Поехали. Ну, давайте. Тут у нас вот такая... Ну, это начальная карта. Сейчас все обновится, короче. Вот. Ну, тут понятно, все обновилось. И теперь начнем с белой. Ну, мы, в принципе, на белом. Вот так. Что дальше? Салатовый. Изи. Что дальше? Ну, это та же самая карта, кстати. Здесь синий. Ну, и как бы уже на нем. Здрасте. Вот. Ну, и как-то так тут все происходит. То есть, ну, я... Ну, вы сами как бы видите, да? То есть, что тут дальше? Серый. Мы уже на нем. Так. О, подарок. Мой подарок вообще-то, да. Мой! Да, хорошо, хорошо. А, ну тут как бы мы становимся на сером. И все. Так. Ага. А у меня же... Стоп. А вот это вот я сейчас не понял. Давайте напишем баг. Вот. Ну, типа, это реально, типа, баг. Железные ботинки. Так, ребята, меня обманули на 5000 золота в Майнкрафте. Ладно. Ну, это скоро меня вернется. Вот, я это знаю, поэтому... Ну, а так... Это все же на 1-2 игры, и оно назад станет алмазным. Это я знаю. А вот, напишу сбросились. Давайте сейчас напишем минус. Вот. Так. О, подарок. Мой подарок. Ну, даже железными, то есть, вы видите сами, я могу спокойно таки играть. Ага, обновилась карта. Вы посмотрите только, какая сейчас у нас карта. Ну, ладно, мы уже на синем. Да. Ну, ладно. Опять обновилась карта, но тут подарок уже не мой, а вот розовый цвет уже на нем. Так, ну что, что дальше, что дальше? Розовый, все на нем. Подарок не мой, к сожалению, опять. И мы опять на розовом. Эх, к сожалению, никто еще не упал, это печально. О, мой подарок. О, мое, не мой. Ладно, хорошо. Желтый мы уже на нем. Угу. Вакуум Берет вроде как упал. Так, черный. Так, мы опять на нем. Обновилась опять карта. Бежим куда-нибудь. Вот сюда вот. Да. Я все равно победил, хоть я даже упал, я просто завязал подарок и все, короче. Вы сами все видели. Новая игра. Поехали. Ага, и получается, сейчас мы будем опять, наверное, побеждать. Ну что, поехали. Вот, и получается, ну, бирюзовый. Ну тут ладно, первые раунды постоянно, типа, простые. Но иногда у меня были такие игры, что два раунда и все, я выиграл. Вот, и бывало даже, что я проигрывал на двух раундах. Вот и такое тоже бывает, да. А я же тоже такой не святой, проигрывать умею. Так, обновилась опять карта. Серый.
на сером. Что у нас дальше? Белый? Да вообще просто. Подарок. Я не знаю, ли мы успеем или же нет. Ну, наверное, да. Я не знаю, как мы с одной, короче, конца карты на другую, короче, перебежали. Ну да ладно. Вот. Наверное, из-за того, что один игрок немного спал. Ну и сам как бы виноват. Дальше. Что дальше? О, подарок. Нет, не ладно, он не мой. Ну ничего страшного. Так, а что дальше? А вот сюда вот мы, короче, станем. Все. Ладно, сюда. Желтый. Все. Подарок. Ну, подарок нет, не мой. Ладно, хорошо. Еще один подарок. Вы посмотрите, куда они бегут. А, опа, все. Ладно, они все завязали. Вот. Так, давай пробежим вот сюда вот. Темно-серый. Станем на нему. Тут игроки как бы хорошо играют, вроде как. Да, фиолетовый, становимся. Ну, сейчас уже 13-й раунд, я, наверное, буду уже без пауз, скорее всего. То есть, ой, серый, опа, все, становимся на сером. О, подарок, как бы подарок будет 100% моим. Так, все, забрали подарок, уже 4 подарка. Вот, это круто. О, еще один, нет, это уже не мой, ну, ничего страшного. Да, остался один на один против Санса. Не знаю, что он сможет против меня сделать или же нет. Но у меня как бы уже 4 подарка, это однозначная победа. Победа моя, да. Поэтому, да. Я даже могу вот такую вот ошибку допустить. Да. На центр. Вообще, вот так вот. Блин. И такую я тоже могу ошибку допустить, и я победил. Следующая игра, поехали. Вот у нас первый подарок. Да, все спокойно. Остановимся на черный блок. Стоим, ждем. Никуда не торопимся, так как это только первый раунд. Второй раунд сейчас будет. Вот мы на лаймовом стоим. Минус один. И давайте еще сейчас будет минус два. Давайте на серый станем. Вот так вот. И все. Подарок, 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 мой подарок. Вот, забираем его и становимся на лаймовый. Побежали дальше. А вот сюда вот бежим, на розовый становимся, и все. Так, побежали дальше еще раз. Вот, уже это темно-серый, становимся именно на него. А, я побеждаю, бывает. И последняя игра, вроде как, ну, если мы, конечно же, в этой выиграем. Вот, и получается, поехали. Вот у нас... Почему у меня железные ботинки? Ё-моё. У меня были алмазные. Ну, вы сами, короче, все видели. Ладно, хорошо. Давайте становимся на белый. Хорошо. Будем на белом. Так, ну, получается, мы это прошли. Дальше салатовый. Это мы также прошли. И получается красный. Дальше у нас идет какой? Синий. Идем на синий. И мы побеждаем. Да, именно так. Нажимаем на листик. Вот, и получается победа. Не понял вот этого вот сейчас. Странно то, что у меня победу не засчитало. Ну ладно, тогда сыграем еще одну игру, в принципе. Я думаю, мы в ней победим. Вот, поехали. Ну, в принципе, у меня опять... Что это было? Ладно, мне, наверное, показалось. Ну, пускай будет. Вот, мы бегаем, получается, тут. Давайте пробежимся. А, зеленый. Зеленый, капец. Ладно. И мы побеждаем 2 раунда, короче, сошло и все. Нажимаем на листик. Смотрим, у меня 100 побед. Да, у меня 100 побед. Ребятки, ставьте лайки, подписывайтесь. Я старался именно для вас это все делать, вот. С вами был я, меня зовут Дэн, 1700. Заходите на сервер. IP-пол будет в описании. Все. Всем пока.